Два года назад, когда я говорил о том, что Донбасс оккупированный является территорией, на которой отрабатываются спецоперации ФСБ, знаете, такой полигон, захотел пострелять, как на сафари, создал провокацию, посмотрел, как реагируют на нее, использовал средства массовой информации для этого. Теперь я понимаю, кстати, не просто Донбасс имитирует Россию, Россия отрабатывает какие-то приемы диктаторства. Как поиздеваться над конкретным населением. Поэтому россияне, мне кажется, на Донбасс должны смотреть как на свое уже близкое настоящее, которое частично и во многом уже наступило. Действительно, вот этот цинизм, с которым Россия отнеслась в первую очередь к тем луганчанам и дончанам, которые поверили ей, захотели присоединиться по схеме «Крым-наш», он просто ужасает, поскольку людей фактически использовали, из них создали жупел для Украины, постоянно создали такую зону конфликта, которая не дает стране двигаться. И в первую очередь самих этих людей держат как постоянных заложников этой ситуации живой щит.